Всем привет, друзья! С вами Маламадрас, и у нас новая игрушка Stranded Deep. Я ее увидел совсем недавно, приобрел ее в Steam, мне показалась она очень интересной. Это выживание на острове, можно сказать, симулятор Робинзона Круза. Тут нет никаких зомби, каких-то вурдалаков, как, например, в Форесте. Ну, например, Форест мне очень понравился, но я не стал в него играть, потому что вот я не очень ценю вот эту тему с какими-то там монстрами. Давайте посмотрим, я сейчас запускаю первый раз вместе с вами. У меня наиграно 0 часов, 0 секунд. Давайте попробуем посмотреть, что это за игра и чего она, в принципе, стоит. Так, ну, мы с вами летим в каком-то самолете. Ой, как ужасно вот это вот при повороте камеры трясется. Ну, в принципе, все очевидно в самом начале. Естественно, куда без катастрофы-то. Понятно, почему, что произошло. Мы летели, вроде бы все нормально. У меня уже рваные штаны. Уже рваные штаны. Видимо, до этого какая-то есть предыстория серьезная. Так, отлично, мы где-то под водой. Ух, нам надо плыть. Давайте поплывем. Воздуха не так много. Полегче. Так, что это? Сюда можно в кабину? Нет, не надо в кабину. Не говорите, что я в самом начале сейчас задохнусь просто. Так, нет. Дырку я нашел. Дырочку я нашел. Все. Так, мы выплыли. Отлично. Lineer Airline. Ну, видимо, скорее всего, наверное, предыстория такая, что здесь какие-то Бермудские острова, что-то. Опа. Я не успел доплыть до плота. Сейчас глянем, что получится. Неужели это как бы я проиграл? Нет, я не проиграл. Меня вырубило. Мы с вами очутились в океане. Я вижу какие-то острова вдалеке. Какой-то кораблик, затонувший, видимо, очень давно. И вот остров, самый ближний к нам. И мы с вами вот на какой-то спасательной шлюпке. Давайте попробуем. Так, что нужно делать? Нажмите C, чтобы открыть крафтинг меню. Я нажимаю на C, ничего не происходит. Ой, ужас какой. Так, ладно. Что значит нажмите C? Нет, погнали просто. О, просто жмешь вперед. Упираясь веслом прямо в свою лодку, а не в воду. И плывем к острову. Так, а можно как-то в бок, что ли, я не знаю. Что такое? А, вот, можно, да, мансить. Отлично. Все, мы прилетели на остров. Знаете, я вам скажу, графончик довольно приятный, вроде бы как. Интересно. Так, что нам надо сделать? Давайте. С. Нужно сделать камень. Каменный нож. Каменный нож у нас требует 3 камушка. Давайте поищем эти камушки. Эти добывать нельзя. Да, ничего с ними делать. Наверное, впоследствии можно будет сделать какой-нибудь предмет. Кирку или молоточек. Так, отлично. Я взял один камень. Но нам надо 3. И что, я только по одному могу таскать, что ли? Воу-воу. Крабик. Крабик, мы к нему вернемся попозже. Нам нужно пока 3 камня. Наверное, надо куда-то складывать их, скорее всего. Давай, никуда не нажимается, пробел. Ну ладно. Найдем еще камни и рядом сбросим, придумаем, что с этим делать. Можно бегать на shift. Мне не очень нравится поворот камеры. Давайте я сразу настрою его. Вот. А, ребята, мы убрали это... размытие камеры в движении. Так играть стало гораздо удобнее. Так, что нужно сделать? Я нажал на Е, ладно. Ой, неужели тут на острове один камень только? Я не верю в это. Ни за что не поверю. Давайте искать, пробежим этот маленький кусочек суши еще раз. Я не верю ни за что. Ну, здесь один. А может попробуем все-таки уже скрафтить? Нет, надо еще. Я нашел еще камушек, отлично. Опа, все. У нас с вами есть камни.
Давайте попробуем скрафтить. Вот нож у нас получается. Отлично. Мы имеем ножик. Нам нужно сделать какой-то нож. Какой-то нож. Refined knife. Это, ну, видимо, покруче нож. Нужна одна палка и веревка. Палки я где-то тут видел. Рядышком совсем. Вот они. Так. Опа. Часики. 11.03 сейчас. Взяли палочку и... Текс. Вот. Одна веревка. Ну, веревку, блин, веревку. Где я должен найти? Наверное, давайте срубим что-нибудь. Так, работает эта система? Работает. Наверное, здесь. Вот. Так. Раз. Все. Так, у нас есть... Есть возможность крафтить веревку. Нужно 4... 4 водоросли. 4... Ну, не водоросли, а 4... кусочка пальмочек там и так далее. Давайте возьмем еще раз нож. Да, вот такие штуки 4 нам надо. Вот наш. Поехали. Ну давай, давай. Young Palm 3. Отлично. Еще 2. Еще 2 штучки. Анимация, конечно, в игре пока что не на высшем уровне. Но я вам скажу, что это альфа. Это альфа разработка. И... Пока что я не вижу ничего такого ужасного, как, например, я увидел в Ark Survival, например. Мне показалось, там все пластилиновое. Ну, поначалу. Игра-то на самом деле интересная. Так, давайте будем крафтить. Будем крафтить нам веревочку. Скрафтили веревочку. И теперь нам нужен этот супернож. Есть. Нож у нас есть. Нужно сделать теперь костер. Давайте обратим внимание, как делать костер. Костер, костер. Tools это, наверное, не то. Нам нужно, наверное, structures. Да, нет, это не то. Campfire. Campfire требует 4 палки. И все на этом. Давайте поищем палочки. Интересно, кстати, а что эти часы дают нам вообще? Что это такое? Как-то можно... А, вот, можно смотреть свои показатели здоровья, сна, жажда и голода. То есть это статус, эффект, все нормально. В общем, давайте искать дальше палки. Я так понимаю, что это у нас сейчас с вами режим обучения. Ну, никак не основная игра. Потому что, ну, такой маленький остров. В чем смысл его существования? Это же будет как-то могуче. Давайте что-нибудь срубим. Тут долго искать на земле. Нам нужно просто рубить. Отлично, вот и палки. Так, палочки есть. Все. Думаю, нужно костер сделать где-нибудь на берегу с вами. На берегу. Вот здесь, например. Давайте сделаем костер. Отлично. Нужно сделать кайндлинг. Кайндлинг это дрова, наверное, да? Кайндлинг, я не знаю. Наверное, дрова. Здесь кайндлинга у нас нигде нет. Давайте поищем дровушечки. Наверное, дрова все-таки. А что нужно? Эти листья или опять палки? Давайте попробуем срубить еще. Рубись, дерево, рубись. Отлично. Вот, давайте палочек все наберем. Наберем, наберем, наберем. Так, окей. Кандлинг. Давайте поищем вот этот кандлинг. Но это не то, это мебель, можно так сказать. Кандлинг, это у нас... Ой. Вот кандлинг. Да, это охапка дров, отлично. И костер готов. Ну что, давайте зажжем эту штучку. Давай, поехали. А, так. А, наверное, в руки надо взять, да? Отлично. Все. Так, так, маус 0. Ух ты. Интересное движение. Давай, давай, зажигайся, дорогой. Надо дуть еще. Да. Отлично, но я уже только хотел сказать, что такими темпами мы ничего не разожжем. Ну, ладно. Так, надо убить краба. Пойдемте найдем этого парня. Себастьян. Себастьян, иди сюда. Так, давайте найдем Себастьяна. Где-то он тут бегал. Я надеюсь, что он не один тут бегает все-таки. Кстати, вот камушек, да? Его тут не было. Мы с вами бегали в прошлый раз. Они спаунятся, ресурсы, наверное, значит, все-таки... Можно сказать, они почти бесконечные. Но... Оп, ах ты, он меня еще дамажит. Ты что, с ума сошел, что ли? Охренел? Чувак. Как я должен его бить?
Что за... Отлично, наконец-то. Я должен использовать... Снять с него шкурку. Вот он. Я снимаю шкуру. Рисую на песке какие-то... Что с тобой? Так. Значит, я должен дропнуть кью... Ой, нет. Вернись. Дропнуть мясо около костра, чтобы его приготовить. Просто надо выбросить, наверное. Рядышком. Так, давайте мы выберем кусок мяса. Дропнем его. Нет. Так, не канает. И зажмите... Зажмите маус 1. Ясно. Ничего не ясно. Нет, нет, нет. А, зачем я съел это мясо? Ну, ой. Я еще поймал глюк какой-то нормальный. Так, что-то я не то делал. Ладно, ничего, разберемся. Попытка номер 2. А найти краба-то не так-то просто. Второго я первого сожрал. Давайте поднимем что-то такое. Первого я сожрал в сырую. Причем, ребята, не советую вам этого делать. Посмотрите, что случилось с моим здоровьем. Точнее, с голодом и жаждой. Они опустились до нуля практически. Я теперь не могу найти ни одного долбанного краба. Давайте, надо выживать все-таки дальше. Надо найти какой-нибудь, может, кокосик или что-нибудь такое. Ой, да я не застану же. Так. О, да ладно, можно лезть, ничего себе. Давайте, давайте залезем. Может, я краба найду с этой высоты? Текс. Это у нас коканут. Это... Как его? Наверное, кокос. Кокос. У меня... Ой. Что я сделал? Я просто спрыгнул. У меня, короче, жажда. У меня голод просто на максимально возможном уровне. Давайте... Так. Что я могу сделать с ним? Я ничего не могу с ним сделать. Ну, что такое? Может, его приготовить? Ой. Так. Как я бросал вещи? Кью, да? Может, его раздубанить надо? Я не могу без палкой. Так, ножик. О! Я его почистил таким образом. Так, а теперь... О, он ест его. Отлично. Он кушает. Интересно, помогло это ему или нет, блин? Сколько можно есть его? Жажда просто на единичку. На единичку. Давайте бросим его. На единичку жажда повысилась и сразу исчезла. Вы представьте. Да как я должен здесь жить-то? Вашу дивизию. Где краб? Мне кажется, краб должен просто восстановить мне жажду и здоровье, блин, на максимум. Кстати, самое печальное то, что уже солнце садится, а я ничего так и не сделал. Ладно. Краб. Где крабик? Блин, да их же было несколько штук. Неужели это был один краб на все обучение, которого я должен был поймать? И что теперь? Что теперь я должен делать? Может, можно звезду как-то скушать? Давайте мы что-нибудь с ней делаем. Хоп. Нет, это вообще ничего не представляет из себя. Просто звезда лежит. Ладно. Так, у нас, кстати, костер еще горит, блин. Не знаю, как долго это продлится. Друзья, краба я нашел. Уже почти стемнело. Давайте попробуем еще раз. Так, нам нужно скинуть мясо. И, нажав мышь 1, нужно закинуть ее как-то на костер. Я не понимаю, как это сделать. Может, маус... А, маус 1 это правая кнопка мыши. Вот оно что. Все. Я там какие-то действия, видимо, уже сделал. Они мне засчитались автоматически. Так, все. Мясо жарится. Нужно сделать себе жилище. Давайте посмотрим, как делать жилище. Шелтер. Три палки у меня есть. Нужно 4 листа каких-то пальмовых. И одна веревка. Одна веревка. Ой, ой, не то. Не то, зачем я это сделал. Ай, так, ладно. Нужно 3 палки заново. Веревка. Так, ясно. Давайте возьмем нож. Блин, уже стемнело. Это очень печально. Мясо у нас приготовилось. Нет, не приготовилось. Представьте, что такое. Давай.
Ты должен приготовиться. Да, система, конечно, не айс на самом деле, но что делать? Надо выживать. Так, нужно, неужели нужно держать его постоянно? Я в это не верю. Вот, вроде стоит нормально. Так, тут, конечно, очень темно, ужасно темно, но вроде какая-то пальма тут есть. Давайте ее рушить и добывать все, что нам надо для нашей палатки. Ну, рубейся уже, пальма. Ну, хватит. Давай, давай. Сколько можно? Коконат. Коконат. Отлично. Как раз я успел так. Поехали. Это у нас бревна. А что бревна нам пока не надо, да, наверное? Эх, я ничего не понимаю. Вот, Young Palm 3. Кустик. Ужасно, ничего не видно. Но рубим просто на ощупь. Нужно все-таки... нам найти материалы, так как вот как пишут, что мы сможем свой прогресс сохранить только после того, как построим жилище. Так, я нашел какие-то штучки. Транк. Это бревно какое-то, еще коконат. Я ничего абсолютно не вижу. Так, мясо, наверное, уже пожарилось. Давайте проверим его. Да, cooked meat. Отлично. Давайте съедим. Может быть, наш персонаж наконец-то теперь... О, единица голода. Спасибо. Так, а что с этим? Его можно как-то разрубить? Там же, наверное, кокосик. Отлично. Там кокосик внутри. Так, а может, ну его нафиг? Места не хватает, я так понимаю, да? А что такое? Что я должен сделать? Так, бросаем. Вот, отлично. Коконатик. Давай, кушай, дорогой, кушай. Смотрите, голод повысился. Отлично. У нас вроде бы все не так-то и плохо с вами. Нужно еще добыть листочков. И мы с вами сделаем веревку. Так, веревку, наверное, уже хватает, да? Да, не хватает. У нас всего две. Две штуки таких. Так, страшно. Хорошо, тут нет никаких зомби. Если бы я знал, что... О, как дикая картошка. Смотрите-ка, я сейчас добуду себе вообще все, что надо. Если бы я знал, что тут есть еще всякие уроды, которые здесь проживают, то было бы очень тяжело играть. Так. Это ж надо было так лохануться с крабом, чтобы потом весь вечер искать просто себе место для жизни. Нормальный. Так, я же вроде что-то срубил. Ну, ребят, прекращайте. Что-то куда-то ускакало, вот. Да, отлично. Физика в этой игре присутствует, сразу видно. Давайте срубим последнюю пальмочку, и я думаю, что на этом хватит. Так, отлично. Пальма срублена. Взять я ничего, походу, не могу отсюда. Ужас какой. И вот действительно, хоть глаз выколи, ничего не видно. Ничего абсолютно не видно. У меня же есть веревка. Нет, да, вот теперь у меня есть веревка. Так, поехали дальше, посмотрим, что нам надо для шелтера. Четыре огромных какие-то листа и палки. Я не знаю, что за огромные листы, где их брать. Наверное, вот. Но я уже вроде рубил похожую вещь, и мне не выпадало ничего стоящего. Давайте попробуем еще. Так, отлично. Вроде что-то я поднял. Да? Нет. Что это значит? Так, картошку. Давайте ее съедим. Где наш костер? Я думаю, надо посбрасывать все, что нам не нужно. Вот таким образом. Чтобы не занимать лишнее место, знаете. Вот, вот оно. Так, бросай. И еще бросай. Еще. Ты, ничего себе, я тут пальм нарвал себе. Так. Так это то, что мне надо или нет? Скажите мне, пожалуйста. Это то, что мне надо или нет? Я не вижу. Бросай. Это вопросик просто. Пальм-банч. Ну, блин.
для крафта мне нужно. Это и есть Palm Bunch. Palm Frond. Это Palm Frond. А, ясно. Спасибо. Значит, надо, наверное, еще рубить дальше. Будем рубить дальше. Отлично. Вот Palm Frond у нас есть. Наконец-то, знаете ли. А если я разрублю дрова, они мне на палочке обратно разобьются? Нет. Где-то я тут видел скопление палок, так что давайте здесь порубим. Одну я уже вижу. Сколько нам всего надо, кстати? А все, у нас все есть. Пойдемте строить палатку, наконец-то. Наконец-то можно уже нормально жить. Кэмп. Поехали. Все. Давайте сохраним процесс и, наверное, ляжем спать. Давайте поспим немножко, отдохнем до утра. Ой, доброе утро всем, друзья. Наконец-то настал день снова. Новый день, новая жизнь. Мы голодные. Мы хотим пить, у нас нет ни хрена. Костер погас. Зато у нас есть маленькая палатка. И собственный остров. Что делать дальше? Это крафтить топор. Давайте посмотрим, что нужно нам для топора. Ну, система на самом деле не очень сложная крафта. Это вам не Дюранга, где чтобы сделать топор, нужно танцевать с бубном 100 лет. Так, хаммер. Хаммер есть. Это веревка, одна палка и два камня. То есть довольно-таки просто. Вот у нас есть камушек, кстати. И где-то я тут еще выбрасывал камушек. Вроде бы. Ну ладно, мы найдем. Я знаю, где есть еще один. Мы найдем сразу камушек. Так, отлично, мы можем скрафтить веревку. И, наконец-то, у нас топор доступен. Делаем топор. Все делается элементарно, очень быстро. Давайте его выберем сразу же. И мы что-то им можем делать. А, наверное, строить, да? Поздравляю, друзья, мы прожили один день. Блин, игрушка действительно интересная. Интересная всей своей сложностью. Думаю, что залипнуть в нее стоит на долгое время. Так, где наш с вами дом? Видимо, обучение на этом закончилось, так понимаю. У нас нету сейчас с вами ничего такого, чтобы мы могли выполнить. Так что, видимо, все. Если мне предлагается жить на этом острове, то у меня плохие новости. Очень плохие новости. Что я должен сделать? Ну, я вижу там остров. Наверное, знаете что? Так, что мы можем сделать? Ничего не можем делать. Давайте сохранимся. И, наверное, плыть нужно на другой остров. На другой остров, потому что здесь наше пребывание закончилось. Мы можем вот построить какие-то там фундаменты и так далее. Все. В общем, началась песочница именно. Делай, что хочешь дальше. Ребята, блин, мне игруха реально нравится. Она очень приятная визуально. Она наполнена довольно богатым крафтом. И стоит немножко позалипать, наверное. Так что... А, вот она что. Я только что понял. Когда вот я сделал молот, у меня открылись возможности строить разные там стены и прочее. То есть... Смотрите-ка, нужно будет искать что-то еще. Вот, ну, там, от контейнера какую-то фигню. Я понял, что это не настолько легко, как я думал, вдвойне. Нужно будет реально искать какие-то вещи, которые плавают возле острова. Я думаю, что нам нужно плыть вот туда. Но давайте перед тем, как закончить серию, мы сплаваем с вами вот в этот затопленный корабль. Попробуем поискать, может, вдруг что там будет. Так что... Поплыли. Так, не, надо плыть сверху, потому что у меня очень быстро тратится кислород. Очень быстро прям. Так, там вообще что-то может быть или нет? Там есть что-то, дырочка какая-то. Так, давайте, подождите, нужно накопить сначала. Так, он заново? Да, заново, отлично. Значит, мы с вами делаем вдох глубокий и поплыли, давайте. Вдруг там что-то есть интересное. Все-таки много вещей можно, которые... крафтить, и что-то как бы я не видел их. О, да ладно! Это... Так, это что-то непонятное. Так, давайте. У меня сейчас кончится все. У меня сейчас все кончится. Беги, беги, плыви, друг. Живи.
Уходим, уходим. Да, блин, на самом деле это невозможно там проплыть этот корабль за один раз так. Фу, братан, спокойно. У нас просто нет здоровья с вами и жажда. Ай, что такое? Так, давайте посмотрим это. А что нужно сделать? Ух ты, баррельс. И я не могу с ними взаимодействовать. Наверное, их можно подубасить, да, чуть-чуть? Нет? Нет, нельзя. Ну ладно. Ну чё, мы с вами смотрите-ка. Мы нашли с вами топор и какие-то детали двигателя. И еще можно было взять с собой его, кстати. Я что-то затупил. Ну, очень круто, я вам скажу. Ребятки, что? В общем, для меня игра очень понравилась. Я рекомендую вам в нее поиграть, если вам нравится вот такая тема выживания. Мы с вами встретимся в следующей серии. Поплывем обязательно на большой остров и будем строить там себе жилище. Я пока не знаю, есть ли в этой игре мультиплеер. Вроде бы вообще его нет и не предусматривается пока на данном этапе. Но представьте, какой у игры может быть бешеный потенциал. На этом, наверное, все. Если вам понравился ролик, вам понравилась игра, и вы бы хотели увидеть продолжение, что будет дальше на Большом острове, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я буду радовать вас продолжением. А с вами был Маламадрас. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.